Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих каналов. Всех приветствую. Перед началом ролика я хотел бы вам, как обычно, рассказать, что в моей группе ВКонтакте замечательный проходит вот такой вот конкурс. Вот 7 минут назад запустил буквально. С прошлого конкурса довольно-таки много прошло, но я, в принципе, рассказывал, почему его нет. В общем-то, ссылочка на мою группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Обязательно на нее подписывайтесь и никогда в жизни не отписывайтесь, потому что у нас конкурсы, они 99%, что на постоянной основе проходят. То есть всегда у нас висит в закрепе какой-то конкурс. То есть самая первая запись у нас конкурс по дефолту обычно. В общем-то, залетайте, участвуйте. Народу участвует довольно-таки мало, шансы поэтому выиграть очень большие. Всем я желаю удачи и желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот энергетик Pulse Up. На этот раз не Your Energy, твоя энергия, а Your Drive. Твое вождение, ну что-то типа того, ты, типа ты ведешь, скорее всего, так это дело переводится, your drive, твои движения, что-то типа того, твое движение, твой драйв, так звучит странно. На канале был уже обзор на этот, на энергетике эти Pulse Up данного бренда. И также у меня был обзорчик на вот этот энергетик как раз таки, но в баночном варианте. Вот этот ролик, если вдруг кому-то интересно, можете посмотреть вот такой вот. Превьюшка, название. В интернете также можно найти, нажав видео, и вот, пожалуйста. Если вдруг кому интересно, смотрите, заценивайте. На канале также есть много этих пульсапов, обзоров на них. Поэтому, повторюсь, опять же, если интересно, смотрите. У них вот недавно новинки как раз вышли, вкусы новые. Поэтому смотрите. Ну, как недавно, летом. Но на всех них уже на канале есть обзорчики. Кстати говоря, продавались они раньше в красном и белом. Сейчас они тоже там есть. Но Магнит начал тоже их продавать. Эти энергетики Pulse Up. Так. Собственно, кстати говоря, почему я делаю обзорчик еще один, если я делал на баночный вариант. Опять же, кто меня много раз смотрит, те, в принципе, уже понимают и в курсе. Если брать один и тот же напиток и наливать его в разные материалы, в данном случае у нас стекло и алюминиевая банка у нас была. Вкусы напитков абсолютно разные могут быть. Поскольку это кто еще также изучает химию, я тоже в курсе, в принципе, за эту тему, что вкус может изменяться. Более 1000 обзоров на канале, поверьте моему опыту, я знаю, о чем говорю. Также исследования об этом говорят, можете почитать в интернете. Поэтому доверьтесь моему опыту. Ну или же сами прогуглите эту инфу. Покупал в Магните, стоит 50 рублей. Хранилось вроде как просто на полочке данный энергетик. Сейчас у них вроде как скидка на эти энергетики по 50 рублей. Сегодня, кстати, тоже делал обзорчик на вот как раз Your Energy энергетик. Тоже на бутылочный вариант. Блин, выглядит по цвету как-то ликер какой-то, что ли. Я не знаю, коньяк как-то. Но это реально смотрится жестко. Брутально, солидно так смотрится. Прям красиво. Не знаю, мне нравится. Именно вот этот. Такая брутальная этикеточка, такой цвет реально коньяка какого-то, какого-то ликера, ликер же тоже он вроде такого же цвета. Я просто в алкоголе не шарю, я вообще человек не пьющий, даже пивка, так сказать, не долблю. Так, ну чё, давайте, в принципе, тестить. Лежал он у меня, кстати говоря, в холодильнике день.
поэтому он довольно-таки холодный. По вкусу я не помню, что за вкус у этого энергетика Pulse Up. Наверное, оригинальный какой-нибудь. А как его открыть? Он не открывает. Он меня троллит. Нереально, а что с ним не так-то? Его типа вырвать надо, или что? Или крышка голимая? А ты хрен закроешь и хрен откроешь. Вы прикиньте? Это прикол какой-то? Или что? Я, походу, сейчас ее вскрывать буду. Бутылку. Так, ну-ка, дай-ка мне ножницы. Бля, реально хрен скроешь. Как-то ее поддеть, может? Нормально, я в обзоре впервые с таким сталкиваюсь, что не получается энергетик открыть. А ты хрен его, в принципе, откроешь так. Ты же не будешь стекло ломать. Ладно, придется вернуться к вам. После того, как я каким-то образом открою, в принципе, даже расскажу об этом. Так, все, я продолжаю. Спустя, наверное, минуты две я открыл. В принципе, с того момента, как понял, что крышка не открывается, я плюс-минус понимаю, как работает крышка. В принципе, вот эту хрень сразу начал просто выдергивать, вот которую, видите, внизу вот это. Ее просто оттянул вниз от крышки, и, в принципе, крышка открылась. А это принцип закрытия, в принципе, для меня был понятен. Было, блин, проблематично ее вниз оттянуть. Сегодня еще ногти постриг. Чё за везение? Вот серьезно, сколько себя помню, ногти стрижешь, и какая-то суета в этот день случается, где тебе нужны ногти, а у тебя их нет. Вот вся ноготь у меня черный. Тут еще краска дешевая. Чуточку с водой у меня она перемешалась с этим энергетиком изнутри. И у меня на руке начала оставаться вот черная краска. Ладно. Не суть важно, переходим к обзору. Вот она. Моя награда. Блин, вот это вкусно. Вот вчерашний энергетик, он такой не особо вкусный был. Не особо мне понравился. Вот, вот этот вот. Если кому-то будет интересно, можете глянуть. Если обзоры обработались. Не, пока еще нету. Можете вот только так по ссылкам переходить. Не обработались пока еще обзоры. Выйдут, наверное, попозже чуть. Блин, а вот этот хорош. Этот хороший. Прям по сахарку все как надо. Все четко, все вкусно. Ну да, конечно, теперь хрен закроешь эту фигню. Ладно. По вкусу, в принципе, если не ошибаюсь, оригинальный вкус. Оригинальный вкус это у нас что? В принципе... В большинстве случаев какие вкусы используются в оригинальном? Это барбарис, вкус жвачки, вкус чупа-чупса. Здесь, в принципе, что-то похожее присутствует. Но, если не ошибаюсь, я уже читал. И тут вроде как то ли вишня, что ли, было написано, что-то такое. Вкус вишни, в принципе, он чувствуется. Где-то тут было написано это дело. Либо не здесь. Либо... А, нет, это на другом было написано. Попутал я.
Лимонный сок концентрированный. Ну да. Иначе я перепутал с другим энергетиком, который у нас будет в следующем обзорчике. В следующих обзорах. По этому вкусу тут, в принципе, понятно. Вкус оригинальный. Изначально, когда покупал, в принципе, знал. Ну, не покупал, а начинал делать обзор. Потому что я плюс-минус помню, что один вкус у них был тропический. Это как раз первые вкусы. Год назад появились они. Магазин «Красное-белое» покупал, делал обзор. На каналах есть. В канале есть. И помню, что один у них вроде вкус был обычный, другой вкус у них был тропический. Собственно, тропический был, значит, остается оригинальный. И этот оригинальный вкус очень прикольный. Газированности мало. Сахар на довольно-таки среднем уровне. Из-за этого напиток, в принципе, не кажется очень сладким, поэтому вкусный. Все идеально. Хочется и хочется пить его. Оценка однозначно напитку 5 из 5. Очень вкусно за свою цену. К тому же в стекле. Объем 0,4 литра. Так. Кофеин не более 30 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. В принципе, средний показатель среди энергетиков, дефолтный. В большинстве используется. Таурин не более 240 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. А это уже довольно-таки высокий показатель таурина. Именно поэтому это третий плюс его, что для любителей, которые любят энергетики, которые прям жестко вставляют их, выражение, да, будем использовать это, идеально за свои деньги. 2-3 бутылочки берешь и просто кайфуешь. Оценка 5 из 5, хороший энергетик, очень вкусный, с оригинальным вкусом. На этом все, с маленькой газированностью, низкогазированный энергетик. Все, большое всем спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, до скорых встреч, всем пока. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.